В воскресенье вечером в аэропорт Иваново приземлился борт Ил-76 с беженцами из Украины. 127 человек прилетели из Симферополя, 56 из них – дети. Это уже второй борт, и на сей раз количество прибывших почти в два раза больше. Убежавших от войны распределили по трем пунктам. 55 человек отправили в Комсомольск, в школу-интернат к первой партии беженцев. Стоит отметить, что большая часть из них уже оттуда уехала, к знакомым и родственникам. Порядка 50 человек отправили в родники. Там их поселили в общежитии одного из колледжей. 22 человека остались в областном центре. Их отправили на Харинку, в пункт временного размещения. В ближайшие дни Ивановская область примет еще один борт с беженцами.